Правительство утвердило правила выплат на детей к началу учебного года. По указу президента, все семьи, в которых подрастают дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Единовременная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей от 6 до 18 лет включительно. Прием заявления на выплату Пенсионным фондом России начнется с 15 июля и продлится до 1 ноября. Оформить документы можно и дистанционно на портале госуслуг. Первые выплаты поступят уже 16 августа.